Мне бы хотелось, чтобы была понятна моя стратегия, которую я выбрал и которую намерен в ближайшее время придерживаться. Их две. Вторая экстремальная, о ней я говорить не буду. Первая обычная, созидательная, текущая. Она связана в первую очередь с подготовкой тех, кто мог бы действительно продуктивно заниматься общественно-политической деятельностью в масштабах России и в масштабах всего мира. Таких людей сейчас, я знаю, не существует. Ни по уровню подготовки, ни по уровню энергетики, ни по уровню сознания. Моя задача таких людей подготовить. Именно поэтому и существует школа Мессии, иными словами, школа Айрата Шарипова. Я намерен передать все те знания, навыки, умения, которые в течение многих лет я наработал в себе, нашел. Это авторская школа. Тогда, я надеюсь, действительно жизнь в стране и в мире будет другой. Иными словами, я хочу быть Илоном Маском, но только в духовной сфере. Понятно?